Когда-то давно древний человек придумал истолочь зерна злаков и развести их горячей водой. Получилась вкусная похлебка. Она-то и стала прообразом современного супа, блюда, без которого не обойдется сегодня ни один званый обед. Само слово «суп» пришло к нам из французского языка, а происходит оно от латинского «суппа» – хлеб, размоченный в отваре. Именно французы считаются самыми большими любителями супов. Уже в 15 веке во французской кухне имелось более 70 видов этого блюда. Почти у каждого народа имеется свой фирменный суп. У испанцев это овощной суп гаспачо, который придумали погонщики мулов. Испанцы уверены, что нет лучше средства, чем гаспачо, чтобы в жару утолить и жажду, и голод. В Германии варят айнтопфы – густые супы, в которые добавляют колбаски, сардельки, фасоль, овощи и другие продукты, что найдутся у хозяйки. А национальный венгерский суп – гуляш – даже объявлен памятником культурного наследия и взят под охрану ЮНЕСКО. Самые необычные ингредиенты, пожалуй, входят в рецептуру знаменитого французского супа «буябес». Согласно правильному рецепту, в буябес помимо мелкой рыбешки разных видов входят 4 основных сорта рыбы – морской скорпион, морской петух, морской черт и сам-пьер, то есть рыба Святого Петра. Самый дорогой суп в мире – это суп из ласточкиных гнезд, который считается деликатесом в Китае, Вьетнаме и Малайзии. Суп готовится из слюны ласточек, которой они скрепляют свои гнезда. По консистенции он напоминает кисель. Самый полезный суп, по мнению врачей, рыбный. Во-первых, в нем содержатся более легко усвояемые белки, нежели в мясном бульоне. Во-вторых, рыбный бульон богат полиненасыщенными жирными кислотами, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. В-третьих, вместе с рыбным супом мы получаем такие нужные нам элементы, как витамин D, йод, медь и цинк. Плюс ко всему, суп является своеобразным символом благополучной и размеренной жизни, домашнего тепла и уюта. Только в семье, где все в порядке, на обед подают вкусные и полезные супы.